Святаго Евангелия, чтение. Иисус Христово Рождество си тебе, обручение побывшее матери Его Марии, Иосифове прежде даже не снились Рима, обретеся имущего чрева Духа Свята. Иосиф же муж ее праведен, сын, и не хотя ее обличите, восхоте тай пустите ее. Сия же ему помыслившу, си ангел Господень во сне явись ему глаголя, Иосифе, сыне Давидов, не убойся прияти Мариам, жены твоя, родшаяся бы в ней от Духа Свята есть. Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, то ибо спасет люди своя от грех их. Сия же вся бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим, се дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказа ему, с нами Бог. Восставший же Иосиф от сна, сотвори, яко же повели ему ангел Господень, и прияк жену свою, и не знаешь и я, донде же роди сына своего первенца, и нарече имя ему Иисус. Все души и от всего помышления нашего рцем. Господи, Вседержитель Божий, Отец наш, молись и сам услыши, и помилуй. Помилуй нас, Боже, принеси милости Твоей, молись и сам услыши, и помилуй. Живота нашего мира.